Всем привет! Вот пришла новая посылка. Здесь должны быть ножи. Очень всем известные. Card Sharp. Да, то есть это складной ножичек. Я их вообще как нашел. Я увидел ВКонтакте рекламу. Мол, ой, такой складной нож за там 1000 рублей. Я думаю, о, как дорого. Зайду-ка я на Алиэкспресс и посмотрю, сколько же эти ножи там стоят. И нашел 5 штук за $7.20. Ну, спросил знакомых там. В общем, и мы заказали вот такую вот посылочку, вот пришла, довольно долго шла, что-то, наверное, ножи все-таки там можно, там были какие-то, наверное, у них там вопросики. Вот открываем тогда посылку, посмотрим, что они из себя представляют. Конечно, это больше как сувенирный вариант, да, то есть это не серьезный какой-то ножик там и тому подобное. Ну, то есть прикольно, Card Sharp, их фишка в том, что они складываются как... кредитная карточка, то есть он очень маленький получается и компактный, в кошелек положил, и все, с тобой всегда уже есть нож, то есть что-то подрезать, что-то отрезать, уже есть чем. Ну, сейчас посмотрим, что они из себя представляют. Я, конечно, многого не ожидаю от них, чего-то большого, но вот я листик даже приготовил, протестирую, посмотрим. Так, здесь один мой нож и все остальные. Фу, а чего 4 штуки пришло? А, извините, извините. Да, заказывал 4 штуки. По-моему, сейчас проверю за компьютером. Да, 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 да. Да, точно. Один мне, да, и трое там своим знакомым. Да, точно. Извините, 4 штуки за $7. Ну, все равно очень выгодно. Вообще такая малюсенькая, видите, то есть здесь уже этот ножик. Ну, давайте посмотрим его. Откроем. Довольно-таки прикольные. Вот такая вот штучка. Вот само лезвие. То есть здесь есть определенный алгоритм. Как оно должно сгибаться. Сейчас я посмотрю эту инструкцию, потому что это не очень как-то понятно. То есть нужно вот так взять. Потом нужно открыть замочек. Замочек, который здесь закрыт. Непонятно, как он открывается. Ну так, достали так. Переворачивается. Да, вот. Я перевернул. И должен просто вот эти штучки загнуть, получается. А, вот так вот. Загибаю. Да, вот эти пуговички. И вот сажу на эти пуговицы. Ну, конечно, он очень мягенький, да, но, в принципе, если вот так вот взять, то можно что-либо отрезать. Но рукоятка получается довольно гибкая такая, мягенькая. Я чего-то думал, что здесь какие-то такие штучки будут железные и будет более жесткий. В руке, ну, в принципе, смотрите, то есть, да, получается прикольно. Я вот так вот сделал. Оп, здесь замочек. Только он как-то, наверное, по-нормальному работает. Или он не двигается. А, вот просто вот так нож туда ложится за него. Наверное. Ну, то есть, он... Ну, то есть, нет, как, ну, как-то какая-то здесь система этого замочка есть, неважно. То есть, вот, то есть, да, кредитная карточка я положил. То есть, тоненький, посмотрите, какой получается эта фигня. То есть вот такой ножичек. Ну что, сейчас проведем супер тест этого ножа. Посмотрим, он острый или нет. Мне самому смешно. Ну, по крайней мере, каким он приехал, острым или нет. О, знаете, кстати, наточен хорошо. Для такого ножа он бумагу, конечно, немножечко подрывает. Но, по крайней мере, режет. Да, подрывает, конечно, бумагу, но режет бумагу. Ну, такое, знаете, в полевых условиях эта вещь будет достаточно удобной. То есть, вот еще, еще. Сейчас достанем все, чтобы было красиво показать. Долго не было посылок, ничего не приходило. Вот, смотрите, какой он закрытый. Ну, как-то сдвигается, наверное, это что? Вот, господи. Вот без мозгов. Вот, просто она вот так задвигается на ногтиком, на ножичек.
И вот так она отодвигается, да, вот открытый, да. Вот, ну сейчас вот так вот, нужно приловчиться, просто нужно приловчиться, да. Вот так вот, как-то так оно поворачивается, в общем, не буду я долго запариваться над этим. Вот такой вот он в сложенном состоянии, да, ничего у вас не порежет, такой гибкий, правда. Вот, и вот он уже собран в состоянии, вот такой вот ножички. В принципе, я доволен своей покупкой за такие деньги. Этого и стоило ожидать, вот таких ножей, бумагу порезал, значит пойдет. Вот, в принципе, такой нож. Если хотите такой, можете или ко мне обращаться, или самостоятельно заказывать на AliExpress. Ну, в принципе, на этой посылочке сегодня все. Спрашивайте ваши вопросы, подписывайтесь на мой канал. С вами был Данил Букреев. До следующих видеообзоров на моем канале. До свидания.